Так, Настя, не прыгай, автобус едет. Настя Горохова. Маленькие школьники от нетерпения не могут стоять спокойно, ведь надо успеть занять место рядом с другом. Сегодня дети едут в школу на специальном автобусе. Лишь маминых наставлений перед поездкой никто не отменял. Сегодня хорошо учись, чтобы все пятерки принес. Понял? Давай. На первом месте в школьном автобусе безопасность пассажиров. Ребята, всем доброе утро. Автобус оснащен ремнями безопасности, поэтому обязательно пристегиваемся. За счет средств муниципального бюджета запущен маршрут школьного транспорта деревни Голубой, Андреевская школа. Родителям спокойно, а детям комфортно. В этом автобусе очень тепло, и в нем можно чуть-чуть поспать. Начальную школу в Андреевке посещает 130 детей из деревни Голубое. По словам руководства школы, сейчас для учеников рассматривается вариант обратного расписания. Оксана Зенкина, Дмитрий Кузякин. Наше время.